Я ж так боялась. Хирургу ж Захарку возили. Стоматологию детскую. Африка называется у нас. Такая классная. Там так ну, запах какой-то сладкий, клубничный, парфюмированный. Я не знаю, там вообще кайф. Так красиво и тащит свое питание. Сегодня у них, короче, типа корпоративы, какой-то начальник приезжает, короче, идут они, которые Петрович, бар Петрович, вот, и ушел он. Я что-то подумала, он пошел, ну и тогда я буду есть икру, Захарка. Да? А ты хочешь вот это? Ты голодный? Хочу посмотреть фильм «Зомбоящик». Вот постараюсь его поискать. Где ты, сынок? Что, тебе не понравилось, что ли? Открывай рот. А, ты еще кушаешь. Не нравится. Но она такая вяжет. Мы самую дешевую взяли. Но все равно, я думаю, неплохо. Ой, что, давишься ей? Только, Захар, да, только... Что ты на меня садишься? Что ты делаешь? Шо, шо, не шо. Киска же с радостью бы съела. Кушай. Приехал от хирурга. Дядя ничего не отрезал. Не порезал. Сказал, пока сами, говорит. Дырявки. Все детки любят, а тебе не понравилось? Не нравится, пока. Ну, это ты пока не понимаешь. Ну, она такая горьковатая. Там надо ее есть, давай. Омега-3. Омега-33. На хлеб. Хлеб. Ам-ам. Он не хочет ее есть. На, хлеб. Просто хлеб. Хлеб. Обезьяна. Противно. Чему икру не ешь? Господи, Захар, что с тобой происходит? Второй день уже так. Сегодня ночью орал опять, а? Плакал, чё ночью? Вонючка. Достать нет. А вот они пеленки, я их искала вчера. Захар обсыкает, и чтобы лечь спать, диван обсыкает, и чтобы лечь спать, приходится пеленки стелить уже под себя. Так, вот этот набор, помните, я когда-то показывала, когда беременность, дневник беременности вела. В общем, хоть это и для маленькой, я ее прокипятила, даже помыла, спиртом обработала вот эту бутылку. Хоть и для малышей она с нуля месяцев, но
Он с ней пьет. С нее. Я хочу снять вот это вот. Сейчас уже жарко, пришла жара, все. Все. Тем более Захарка в кроватке не спит. Будем снимать добро. Мне кажется, если бы у меня еще был бы ребенок один, да, один, то я бы уже, мне кажется, ее не вешала, вот эту такую штучку, эти бортики. Тем более все знают, я надеюсь, что это все пылесборник. Кстати, ребенок лежит, это пылесборник. Зачем оно надо? Потом дышать ребенок должен. Ну, зимой, конечно, в качестве вот у нас чуть-чуть немножко прохладно. То... В общем, я помню, мне так она понравилась. Она такая красивая. Вот это подрал кот. У нас Захарка практически не спал в кроватке. Понимаете, и в кроватке у нас все это время спит за Брюс. Это все его рук дело. Я покупала набор за 5000. А, вот. Плюс отдельно еще за 1000 или сколько рублей я покупала этот пододеяльник с наволочкой и с простынью. Тоже вот такого. Даже протерлась как будто. Короче, они мне попортили все, блин. И этот. Посмотрите. Ну вот это сразу стало облазить. За сколько это можно поставить теперь продать? А, сынок. Даже в кроватке зайчик не спал. Которую уже теперь оно мне не помогает на руки, на ноги. Вот это. Потому что первый месяц, когда я принимала, у меня руки и ноги более-менее как-то молчали. Сейчас еще капец, нервы жгут, прям невозможно. Ад, ад, ад. Взяла такой магний B6. Хочу подавать мужу. Вот. Ведь он, бедный, даже ни разу успокоительные никакие не принимал. Потому что даже когда вот отец умер, а 27-го завтра уже будет год. Завтра мы будем... поминать год. Блин, время летит. Так что оттуда 45+. Я хотела мужу подавать. Не знаю. Арабипрозол, бипрозол подешевле. Это вот это, что я покупала. Аналоги надо искать. Действующее вещество. Но понимаете, да, что найти очень тяжело. И салфетки взяла, увидела какие-то недорогие, сделаны как-то по-импортному, а стоят всего-то 37 рублей. Это с собой Захаркой ходить гулять. Килограмм 50 рублей. Это местные ставропольские, они такие здоровые, грязные все в песке. Никак не могу дожарить их. Яичница с помидорами. Потому что у меня фасолевый суп стоит. Я его не хочу. Не хочу. Хинкали варила, надо убрать. Новый компот варить. Давайте, давайте, разжарьтесь быстрее. У мужа есть дедушка, вот он яйца передает. Деревенские. Это очень удобно. Что не красить, знаете ли, яйца тоже. Уже нормальные стоят. Значит, сделала вот что есть с кабачками. Ну, что типа салата по-корейски. Ну, по рецепту делала. Правда, там по рецепту 70% уксус, у меня только 9%. Ну, чеснок. Ну, и просто лука нет. Мне репчатый не стала ложить, и я уже поела. Посмотрим, что получится. Так, компот варим. Прыгунку, он стал на мне прыгать, и его достали. А там у него внутри то ли плесень, то ли что, видите? Кошмар. За 1000 рублей покупала. Захар Биолакт пьет.
Значит, нашла у себя в загашнике кашу овсяную, вот такую с черникой, Увелка. Ну, фирма Увелка. Не нужно варить. Выглядят они вот такие вот пакетики. Здесь было 5, осталось 4. Я, значит, смотрите, налила молоко и ставлю в микроволновую печь на 1 минуту. Ну, мне кажется, 1 минуты не хватит. Так, еще я тут этот рис. Тоже в пакетиках рис. Сейчас засеку 20 минут, ну пусть будет от девятки, это будет 15 до единички. Варим в пакетиках рис. А, горячий. Все пусто, ничего нету. Что ты хочешь? Что тебе положила уже корм? Что тебе еще от меня надо? Ну-ну-ну. Когда у мужа болел зуб, удалили зуб мудрости сложный, распиливали там все, аж щеку повредили и кость. Вот это вот я ему покупала. Потом он перестал его пить, так оно и рассрочилось. Они все тут до 20.05. Увы. Увы-увы. Немного воды, наверное, налила. Не знаю. Я еще поставлю минуту. Ну, там написано еще там 2-3 минуты настаивать, пусть еще поварится. Это крылышки-то я уже покусала. Компот сварила Захару. Ну что, наверное, давайте на этом завершим влог. Сколько там я наснимала, уже не помню. Ждем, когда муж придет, отец, холодец, ветер, ветер, ветер. Видите, как деревьишки колышутся. Все, завтра, я говорила, да, уже у нас поминки. Вот и прошел год. Смерть человека, живого человека, ухайдохивает морально. Вроде бы это мужа отец, а у них больше горя должно быть, а в итоге меня навернулась нервная система и психика. Ого, какой ветер! Так и снесет. Витроган. Снимаю. Ну да, кого ж. А то сюда. А то все уже уходят. Сейчас будет плакать. Еще, еще. А, хорошо. Ну что ты будешь делать? Так, а сука, у нас, может, он уже и спать хочет. Как, одного? А, ну я не подбрасываю, потому что мне тяжело рукам. А Антон подбрасывает? Нет. Я не могу так. Нет, я пару раз бывает делаю, Ну, но там это, ну, тяжело. Слушай, все, не в Ютубе, там случайно канал. И делаешь, что ты просто, когда мне это, нет?
Катюшка. Снимите меня с Антошкой. Мне мама, бабушка Валя прислала этот видео, где, короче, вы ходите по магазину, и там такой деловой, там что-то себе накладывают, и ты такая рассказываешь там за кадром. И я думаю, блин, реально, как это. Ага, как с Ютуба? Ну да, прям так похоже. Чего ты? Лена, слышь, говорит, это похоже, как это блог, когда снимаешь на YouTube. Сейчас заниматься нечем, да? И Катя там за кадром что-то рассказывает, это возьмем, это надо там что-то. Да что, попробуем, может, получится. Я один раз пробовала, подписчики не набираются. А ты знаешь, какие подписчики у меня, Аришка? Только дню постоянно смотрю. Все, больше никого не надо фотографировать. Ну и ветруган, ну и ветруган. Все, поминки прошли. Очень хорошо. Захаркой было тяжело, он носился. Блин, весь пол в песке. Это Захарке подарили. Соки, печенье юбилейное, это его компот я брала, это вода его, так, это, значит, тут батон, хлеб, у нас как раз хлеба нет, вот такой батон нам достался, и вот такие вот рогалики, их как назвать, 4 штуки здесь, вот, в следующем пакете, видите, изначально я не съела сама, я вот положила вот этот, себе. И нам потом вот еще вот этот мешок дали. И вот эти конфеты. Здесь что-то булочка какая-то пирожная. Прохлада. По-моему, хорошие конфеты. Вот, смотрите, какие. Это мы поминали нашего папу мужа. И зелень еще досталась. Все. Папу мужа. Нашего Захаркиного дедушку. Сейчас я буду пить чай. Вкусно. Смотрите. Вот пока меня не было, все замело песком. Представляете? И так вот я иду, у меня все прилипает. Капец. Сейчас я завершить на этом влог. На такой хорошей ноте. Почему-то, когда проходит год со смертью человека, мне кажется, как-то становится легче. Вот, я считаю так. Пока-пока.